Нет, слова никто не держит. Это же надо как-то учить всех. И все, и ушли, и забыли. А мы проголосовали. И в любом случае мы будем проголосовать. Это наш выбор. Чтобы не было такого. Поэтому договорились, что будут контролировать, а потом говорите фамилии, кто будет в актах присутствовать. Чьи фамилии должны быть? Не на Он два раза вставил. Но эти тетеньки за ремонт. Голосуют за первый вариант, чтобы провести капремонт с учетом всех наших договоренностей и по контролю. Потому что мы голосуем, естественно, сейчас учесть на этот вариант, потому что вы перед фактом уже поставили. Мы этот вариант уже быстро довели. Ну почему 7 октября вас не было? Подождите, собрали. Я же... потому что я работаю и была в отказе. 6 на 6 получится. Ну я же в отъезде, я как бы вот так же. Я пенсионер, я думаю, что я вот сейчас разговариваю. Люди поднимают, нам надо точно. Все, тихо. Тише. Вот, уважаемые люди, я просто свои кулаки не говорю, да, что если мы вот на второй вариант пойдем, мы просто, как раз, эту работу потеряем. Ни одна из организаций, которая участвует в капремонте, которая подписала договор, ни с нами, ни с управляющей компанией, а с Казани. А Казани не будет смотреть, жители у нас согласны, не согласны. Они 1 сентября, если они эту недоработку не выполнят, у них там штрафные санкции пойдут. Они просто сегодня уже откажутся, и никто туда не придет. И получится, что вы этот капремонт вообще не увидим. Да, я согласен, что, наверное, где-то мы не доработали. Наверное, мы где-то не доработали. Да, вот именно. Наверное, я согласен. На будущее мы будем это учитывать. Да. К сожалению, на примере вашего дома, да, мы это увидели, да, я признаю. Но... жертвы, подожди, но к сожалению, эта ситуация такая будет, потому что если мы уже все это отправили, и в Казани, и в Федеральном, это уже все есть, мы это сейчас у них там не помним, даже если у них там что-то менять, это какое время пройдет. То есть получается, в этом году мы ничего не сделаем. Это вот газовые трубы, вы заранее знали, что работа уже...